Здравствуйте, мои неимоверные! Я счастлива видеть вас на своем канале Таро Солнца. С вами Евгения, ваш личный таролог. Сегодня я буду делать освещение на тему «Вам этого 100% с ним не избежать». Буду использовать новую колоду Таро, которую я приобрела благодаря вашей финансовой поддержке. Благодарю вас искренне за это. Знаете, что Вселенная вам вернет в 1000 раз больше. Как меня поблагодарить? Ссылочка в закрепленном комментарии. Также по вашим просьбам буду использовать руны. Вы пишете, а где же руны, а как же без рун? Конечно же, на рунах мы в конце освещения посмотрим совет от Вселенной вам лично, поэтому очень важно досмотреть до конца. И, естественно, как обычно, я буду проводить вначале свою авторскую практику на исполнение желаемого. Я буду очищать вашу ауру энергией огня от негатива, от порчи, от магии, от преград любых, видимых и невидимых, которые являются ограничением на пути к желаемому. Обязательно досмотреть, чтобы прогорела вся свечечка, чтобы как тает воск, так и растает все негативное воздействие, которое есть в вашем пространстве и мешает, либо же вообще стопорит осуществление желаемого. Вы почувствуете очень легкое внутреннее состояние. А люди, кстати, которые будут и несут негатив в вашей жизни, в это время начнут будто бы угасать, болеть, пропадать, говорить, что у них там батарейка какая-то жизненная села, что им нужно зарядиться. Знаете, что это закон бумеранга, и Вселенная всегда берет и возвращает тем, кто берет, да, не свое, поэтому этот человек и будет отдавать в пространство все. Вселенная разными способами возьмет, воздействует. В любом случае, все делает только во благо, только на позитив, только в наилучшую сторону для каждого и каждой. Поэтому сейчас обратитесь ко Вселенной со своей просьбой, озвучьте ее, возможно, напишите, пропишите. Отличненько. Словила я ваши энергии, просто ощущаю. Энергия огня. Убираю всю магию, негатив, скамерство, копии, плохие мысли. И все, что мешает в осуществлении желаемого. Пусть все плохое растает, как тает этот воск. И останется все только наилучшее, что поможет в самом близком, скором времени исполнится желаемому во благо. Так, свечечка уже работает. Видите, какие черные наросты на ней пошли? Это не просто так, это действительно вам подтверждение, да, моих слов о том, что даже на воске видно, что есть черные мысли, черные посылы, черной энергии, которая есть в вашем пространстве. Но как сгорит этот воск, так это все негативное и уйдет к тому, кто его несет. Что же, давайте посмотрим, чего вам с ним не избежать. Подумайте о вашем красавчике неимоверном. Он же только такой у вас лучший. Назовите его имя, дату рождения. Пока вы с ним входите в один энергопоток, я приглашаю вас с удовольствием подписаться на мой бесплатный телеграм-канал. Ссылочку здесь добавлю. Там я ежедневно делаю эксклюзивное освещение только для моих подписчиков. Послание мужчины. Также советы Вселенной вам лично. Руны, рунические ставы. Я вас направляю бесплатно. Все бесплатно, как вы можете благодаря силе своего намерения создавать свою реальность и не жить в ожидании чуда, а получать от жизни все, чего вы хотите. Все подается в очень легкой, свободной, доступной, понятной форме для каждого и каждой. Кто не успел подписаться, ссылочка в закрепленном комментарии. Также за личными освещениями обращайтесь ко мне в личку в Инстаграме, Фейсбук, ссылка в закрепленном комментарии. Освещение как на YouTube, на пару я делаю, очищение пространства, очищение пары от негатива также возможно делать конкретно на вашу пару, поэтому со всей информацией пишите в личку, уже там все подробненько расскажу. А сейчас давайте посмотрим на мужчину, в каких он энергиях сегодня находится. Так, девчоночки, давайте еще раз назовите его имя, дата рождения. Ваше имя, дата вашего рождения.
для того, чтобы мы с вами вместе вошли в один энергопоток, и вы как можно больше информации получили конкретно о вашей паре, о вашем мужчине. Также напоминаю, что во время моих освещений вы можете задавать вопрос Вселенной, который вообще не относится к моей теме, и вы обязательно получите ответы на ваши вопросы в этом, либо же в одном из моих других освещений. Практика рабочая, 100% знаю и подтверждают мои подписчики и подписчицы. Кстати, приветствую вас на моем канале, счастлива вас видеть. Гости, подписывайтесь, мои постоянные подписчики, благодарю, что вы со мной. Всех люблю, обнимаю душой. Давайте посмотрим, какой мужчина сегодня. Какой ты сегодня? Что у тебя сегодня происходит? Расскажи сегодня о себе, что хочешь открыть, что хочешь дать знать. Угу. Вау, вау, вау. У мужчины сейчас в жизни идут колоссальные перемены. У мужчины сейчас в жизни... Знаете, вот такое чувство, что поймал волну удачи. Сейчас у него решаются проекты. Сейчас он получает от жизни все, чего хочешь. Вот знаете, такое чувство, что у него будто бы есть волшебная палочка. И так, все, чего хочешь, скажи, все исполнится. Он даже сейчас в определенный момент говорит, я даже не знаю от жизни, что я хочу еще получить. Потому что здесь он идет... знаете, такой резкий, сексуальный, он у вас такой дерзкий одновременно. По лицу не скажешь, знаете, вот у кого-то очки носит, либо же проблемы со зрением, возможно, очки от солнца, также брендовые какие-то вещи, либо же вообще умеет одеваться очень стильно, очень классно, у него очень вкус. Знаете, вот такой вот аристократический. Возможно, у многих мужчина носит определенную одежду на работе. И после работы еще идет, кушает, чай пьет. Возможно, сейчас в данный момент я его и словила на такой нотке, когда он завтракает, ужинает, обедает. Понятно, что у каждого разное время суток. Вы все у меня с разных континентов, галактик, планет. Но, тем не менее, вот он говорит, все, что не захочу, у меня исполнится. Вот такой он. Что у тебя еще сегодня происходит? Именно сегодня расскажи нам о сегодняшнем дне. Так, сразу две. Так, рассказывает, что с красоткой, которую он любит, девочки, ну это вы идете, потому как первые энергии женские, это энергии той, которая смотрит мое освещение, моя галактическая богиня. Вы у меня только такие, и только такие со мной. Он говорит, что что-то с вами по пятерочке-то мечей вообще никак, от слова совсем. Общения, возможно, нет, встречи нет, желание увидеть есть, а не видит как-то, не видитесь, девочки, вы с ним. Не видитесь. Либо же, если вы, например, живете там за соседними стенами, ну, то общение, которое есть у вас сейчас, оно вообще никакое. Ну, раскрой больше мне, пожалуйста, эту карту. Ну, да. А вы такая, знаете, красотка, которая вообще мир меняет. Такая ко мне пришла, говорит, я вообще весь мир могу изменить. Будет мое желание, я принесу, знаете как, в свою новую реальность все, чего я захочу. Вы уверены вот в том, чего вы хотите. Тут еще есть награды у вас какие-то. Напишите мне, девчонки, кубки какие-то, награды, грамоты по жизни. Вообще идет информация о том, что вы вообще лидер по жизни. А что ты там тогда так страдаешь? Вот здесь говорится о том, что вы можете исполнить любое свое желание, девочки. Да, можете. Посмотрите, какая вы красотка. Как это, знаете, как говорится... Баба в штанах или что-то такое. Я не использую такие выражения, но идет с потока. Я же говорю, вы нежная, вы чувственная, вы красивая, вы утонченная. Но, тем не менее, вы одеваете, да, на себя, возможно, действительно носите как-то оверсайз, либо же в недавнем времени носили, знаете, какую-то одежду большего размера, либо мужскую одежду, возможно, даже и такое. Футболку, например, купили, либо же пиджак вот в каком-то мужском, вот таком вот строгом стиле.
А мужчина здесь, ну, конечно, кто ко мне приходит? Кубков и король. Ну, а он такой, знаете, чувственный, как ребеночек. Вот у него сердце ребенка, такой искренний, наивный. Что-то сегодня с кем-то разговаривает. Еще два человека находятся с ним. И причем, знаете, у них такие разговоры идут о негативном ключе, как бы каждый рассказывает о определенных жизненных событиях, которые были у них, которые принесли им какую-то сердечную боль. Да, вот так вот. Расскажи сегодня еще о себе. Давай еще немножко и будем дальше смотреть. Да, ну, что-то не говорит, нечего мне рассказывать. Жизнь моя черно-белая, особо, знаете, в каких-то очень странно, хотя изначально, да, он показывает, что все, что захочу, получу, а из-за того, что вот любимая нет рядом, понимаете, сразу какая жизнь его? Тран-тан-тан-тан-тан. Вообще никакая. Вообще никакая. Говорит, улететь хочу вообще с этого черно-белого царства, в котором сейчас нахожусь. Так, понятно. Ну что ж, давайте смотреть, чего вам с ним не избежать, конкретно вашей паре. Прямо сейчас можете обратиться ко Вселенной своим запросом, вопросом. Она обязательно услышит и ответит вам через сны, через знаки Вселенной. У кого насколько развита интуиция, ну поверьте, когда Вселенная дает информацию, она именно дает ее так, что каждый ее поймет. То есть она не будет давать какими-то замысловатыми терминами, либо же знаками, если человек ее не поймет. В любом случае будет доноситься информация до того момента, пока вы правильно не поймете. Это очень важно знать, это очень важно слышать, я знаю, поэтому вам и озвучиваю. Ну что же, чего нам с тобой не избежать? Прямо так и говорите. Солнце. Любви. Солнце и двойка кубков, девочки. Закрываем освещение, очень все понятно. Здесь брак, мир, любовь, счастье, исполнение желания, пляж, океан, море, тепло, душевный комфорт. Кто-то мечтает о встрече на берегу какого-то водоема. Все будет классно, причем там будете, знаете, прям свечечка затрещала, закаты встречать с рассветами у воды, связано с водой. Ну, так как освещение общее, да, мы тут конкретно не будем утверждать, у вас у меня тысячи миллионы, но основная информация о том, что то, чего вы хотите, вот сразу вам говорит Вселенная, исполнится. В любом случае, ваша ситуация изменится с ним в наилучшую сторону. Ты будешь счастлива. У тебя в душе будет свет, а рядом будет любимый мужчина. Понимаете как? Шикарно, просто неимоверно. И только так. Счастлива за вас. Давайте немножко больше раскроем, да? В принципе, основной аспект ясен, но тем не менее, не бывает же все так просто. Возможно, что-то Вселенная хочет нам раскрыть. Давайте смотреть, чего вам с ним не избежать. Сразу вам конечный результат дали, да, Всевышние силы озвучили, чего вам с ним не избежать. Возможно, какие-то трудности, возможно, какие-то преграды, возможно, какую-то информацию, которую вам очень сильно важно услышать сейчас. Чего не избежать-то? Одни старшие арканы. Солнце. Умеренность, император. Отлично. И опять старший аркан. Четыре старших аркана. Здесь информация о том, что ваш мужчина, который на протяжении длительного времени есть, был и будет в вашей жизни, станет вашим постоянным партнером. Причем по карте император он здесь будет нести ответственность за вашу пару. Здесь у вас есть разница. Цвет кожи, возможно, язык, возможно, страна проживания, культуры, рост, возраст. Разница есть явная. Возможно, тут еще идет информация энергии, знаете, светлые и темные, инь и янь. Вот вы сопоставляете друг друга. Основное большее количество моих красоток именно с темными волосами, галактические мои. У вас в волосах сила. Даже без разницы, мы не будем сейчас конкретно к цвету волос. Ну, если я вижу, я в любом случае озвучиваю. У вас очень чувствительная зона горла и декольте. Очень многие либо же
эту зону закрывают одеждой, либо же не могут, чтобы эта часть тела была закрыта одеждой. Вроде бы нужно, чтобы кожа дышала. Вы прямо ощущаете, знаете, мир вот этой частью тела. Девочки, я знаю, о чем я говорю, и напишите мне, пожалуйста, вот кто больше закрывает эту часть тела, а кто именно открывает. Потому что именно указано на это. Здесь мужчина возьмет ответственность за вас. Здесь вы соединитесь с ним, знаете, как две половинки одного целого. Посмотрите поближе, я обожаю эту карту. У нее в волосах, посмотрите, звезды, галактика. И он такой весь галактический рядом. Понимаете, у вас как-то перетекают энергии, вы думаете даже одинаково, вы чувствуете одинаково, несмотря на вашу разницу. Чего вам с ним не избежать? Здесь будет возвращение кого? Возвращение любимого, девчонки. Ну просто обожаю, какое сегодня освещение. О, пудрово-сахарно-зефирное. Ну вот такие приходят ко мне пары шикарные. И что я могу сказать? Если у меня идут эти шикарные карты, двойка кубков, карта сила. Сильная любовь с тем, который вернется в вашу жизнь, мои неимоверные. Вот как есть, так и есть. Я сама счастлива за вас, честно. Мужчине плохо без вас. Для мужчины мир черно-белый. Посмотрите на мир мужчины без вас. Насколько красивая, яркая, красочная колода, но вот эта жизнь мужчины без вас. Он никогда не найдет покой, он никогда не придет в баланс до тех пор, пока он не сделает шаг в ваше будущее. Здесь, кстати, еще идет информация о том, что вы просматриваете, видите друг друга в социальных сетях. И неважно, вы там в блоках, не в блоках, вы онлайн заходите и смотрите друг на друга одновременно. Кто может это проследить? Прям можете смотреть, раз онлайн загорается, да, когда заходите на его страничку. Также и у него одновременно заходите, одновременно выходите. Вы просто чувствуете друг друга, вас тянет, вас притягивает как магнитом. Чего вам с ним не избежать? Роста. Роста морального. Да, вот смотрите, как я говорю, морального, и выходит карта маг. Вы с этим мужчиной растете, причем выходите на такие вершины осознания, познания, видения реальности, просто, знаете, которые даже для некоторых это... Ну, им даже озвучить такое невозможно, потому что люди не находятся на этой ступени высокой, на которой находитесь вы. Вы выходите в рост именно, знаете как, через вот это вот внутреннее расстояние, страдание, когда мир черно-бел, когда я понимаю, что только с тобой я вижу краски жизни. И именно так вы, кстати, развиваете в себе по магу, здесь верховную жрицу, вы развиваете в себе интуицию, что вы, что он. Причем здесь огромные скачки. Вы даже можете вспомнить себя так, карты сами выходят. Вы можете вспомнить себя, да-да-да-да-да-да-да, до встречи и после встречи. И сейчас мне еще карта показывает, что это не только вы, это и мужчина, он меняется. Понимаете как? Он был до встречи и после встречи с вами абсолютно разным человеком. Кстати, сейчас после встречи мужчина, у него даже лицо поменялось, он стал даже внешне иначе видеть. И он, я же говорю, яркие краски в жизни. Здесь как в реальном аспекте, может быть, мужчина стал как-то ярче одеваться. Но я знаю, что информация у меня идет намного глубже. И здесь... идет разговор о том, что мужчина стал видеть мир ярче, чем ранее. Люди, которые переходят на высшие этапы создания, развития сознания, видят мир в других цветах. Они намного ярче, чем те цвета, которые видят окружающие. Это сложно подтвердить, сказать, потому как это уже особенности даже не мозга, это особенности интуиции и энергетической связи с космосом. Вот так вот, девчоночки. Давайте посмотрим еще на рунах, что нам руны, какой-то совет вам дадут, подсказочку. Здесь, конечно, информация просто шикарная. Я счастлива за вас, я счастлива за пар, которые приходят ко мне, приходят с такими вот сильнейшими энергиями. Просто обожаю, обожаю вас.
свечечка, умничка, все хорошо, все плохое уйдет, все хорошее останется, а все плохое, как этот воск, и расплавится. Шикарно. Так, совет Вселенной вам в данную секундочку. Вы можете задать вопрос, который не относится к моему, и также получите ответ. Это руна, руна урожая. Год. Также идет информация. У каждого своя, но я озвучиваю все. Она изначально очень положительная и теплая. Знаете, что вопрос, который вы задали, решится самым благоприятным исходом. Все дела наладятся, но при условии, если вы приложите личную силу, вы получите достойное вознаграждение за ваши усилия. Здесь основная информация о том, что рано или поздно ты в любом случае соберешь урожай. Ты получишь то, да, знаете, как говорится, что сеешь, потом то и собираешь. Поэтому направляйте свои мысли только на позитив, верьте, знайте. Вселенная, она исполняет, слышит и видит. Все, что вы говорите, отправляйте. Для нее нету возможных и невозможных желаний. Для нее все невозможное возможно. Поэтому желаю вам всего самого наилучшего. Благодарю вас за лайки, за комментарии. Поставьте, пожалуйста, лайк прямо сейчас. Для вас это несложно. Для меня это огромная поддержка. Я вижу, насколько я важна, нужна вам. Насколько вы счастливы, ждете моих освещений, зная, что вы мне пишете об этом. И я еще с большим желанием буду снимать для вас интереснейшее освещение с шикарными галактическими темами. Желаю, чтобы ваш мужчина появился, проявился как можно быстрее. И все, что вы услышали, это истина. Так и будет. Ставьте в комментариях сердечко, пишите ваши имена для того, чтобы в реальном времени уже здесь и сейчас запечатлеть вас как пару. Мы вместе, благодарю, принимаю. Вы можете все это писать в комментариях, подтверждая Вселенной, что вы уже готовы получить этот шикарный подарок, сюрприз, исполнение желаемого, о котором вы так искренне и самоотверженно ждете, верите, надеетесь и знаете, что так и будет. Всем желаю шикарного времени суток. Буду счастлива с вами встретиться на моих остальных освещениях. Пока-пока!